Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Омега Страйк. Как вы помните, мы с вами остановились на военной базе. Ага, у нас здесь новый вид мутантов, да, с бензопилами. Ну, эти старенькие у нас. Давай-ка проверим, что у нас с этой стороны. Мне интересно, так, погоди-ка. Ага, это мы с вами сдвинуть не можем, это под силу только медведю. У нас, кстати, до сих пор еще не спасен ни один из наших дружков, да? А у нас их должно быть двое. Первый — медведь, который передвигает тяжелые предметы, а второй у нас может прыгать далеко, имеет двойной прыжок. Поэтому, когда мы их освободим, я не знаю, друзья. Так, а здесь мы... Ага, перекатик. И что же нам... Понятно, в общем, в этих сундуках нам постоянно будет выпадать по 30 голды. Как бы по стандарту. Ну, это тоже неплохо. Ого. Так, у нас здесь уже, я смотрю, какие-то вагонеточки, да, появляются. Так, еще наверху сундук один, смотри-ка. Там тоже, наверное, 30 голды. Но мне туда не запрыгнуть. Получается, да? Здесь... Опа, танки! Вы серьезно, что ли? Ну, в принципе, друзья, военная база без танков — это уже не база, согласись. То есть усложняет мне игру с каждым разом. Так, мы можем с вами поверху пойти, да? Ага, я думал, здесь проход есть. А здесь ничего подобного. Так, опять же эти гусеницы здесь зубастые. Так, смотрите, друзья, самое интересное. Теперь нам нужно перекатываться очень аккуратно. Здесь шипы вылазят. Так, тихо, ждем. Ай, рановато скаканул. Ладно, так, еще какие-то турельки. Ё-моё. Так, подожди. Да чтоб тебе, все, повезло нам. Так, чувак с бензопилой. Мы его ухоркали. Так, 2 единички здоровья себе поправили. Но этого мало. Так, друзья, не забываем, что у меня есть аптечка. Так, тихо. Аккуратненько здесь. Вот, если что, мы можем с вами восполнить здоровье. Я, правда, не знаю, сколько она восстанавливает нам. Но пока вроде бы и без нее справляемся, как я вам говорю. Так, а здесь нам тоже не пройти. Слушай, нам нужен медведь. По ходу дела, только он может разбивать вот эти вот стены. Ну, я, по крайней мере, надеюсь на это. Насчет разбивания стен не знаю. Я знаю, что он может передвигать валуны. А вот пробивать стены как-то сомневаюсь. Может быть, надо что-то изучать для этого, конечно. Так, опять тележечки такие у нас, да? Ездят здесь. Но вы сами понимаете, игра с каждым разом все сложнее и сложнее становится. Так, перепрыгиваем. Тут у нас все четенько. Здорово, олух. Еще захотел. Так, а вот здесь, смотрите, друзья, прикол в том, что мы сейчас прыгаем на тележку, и нам нужно пригнуться, потому что мы в полный рост будем задевать эти шипы. Отлично, давай двигаться дальше, смотреть. Так, тележка, подожди. Ага, все, мне нужно обязательно на нее прыгнуть и также пригибаться. Потом уничтожаем того мутанта, который там бегает, да? Перепрыгиваем и дальше смотрим, что там у нас будет. Да уйди ты, ханорик, бегай что-то, раздражаешь меня. Ага, не тут-то было. Здесь тупичок, мы с вами, заметьте, все ниже, ниже и ниже спускаемся. Да ё-моё. Минус. Хорошо, что они такие легенькие, да, эти зомби. Мутанты. Так, у нас 2 варианта, либо туда, либо сюда. Да? Ну, естественно, где ближе, там мы будем вначале делать с вами разведку. Так, хорош там уже бросать свои бомбочки. Видишь, я даже здесь не могу, друзья, запрыгнуть. Значит, нам действительно нужен чувак, который имеет двойной прыжок. Только я не знаю, кого бы нам быстрее получить. Медведя или прыгуна. Опачки. Здесь тоже не пройти. Все закрыто для меня. Но это, видимо, сделано специально для того, чтобы мне надо было сюда вернуться уже полной командой, да? И выполнять эти миссии. То есть я как бы ограничен в своем выборе. Так, отлично. Здесь подбили. Иди отсюда, олух. Стоит. Так, еще одни турельки. Хорошо. Подбиваем их. Ай, чуть было не задело. Так, золото прям рекой к нам идет. Мы с вами потихоньку копим его. Ну, согласись, надо будет очень много, потому что там все очень дорого стоит. Так, подкрепились. Так, опять у нас тележки, минка здесь. Надо быть аккуратней. Ого, смотри, что они придумали. Мы
по тележкам прыгаем. Плюс там вот эта вот мина ездит. Ать, вот так вот, отлично было сработано. Хорошо, так, вот здесь главное не подорваться. Ага, ну что, пойдем, наверное, сходим туда. Ну а почему бы и нет, друзья? Вначале сделаем разведочку, да? Тут тоже у нас... Опа, мне повезло, сейчас бы ноги просто оторвало бы к ядрень фене. Смотри, что, вот это не приколы здесь делают. Все-таки задело, да, маленько? Так, а тут еще главное, шипы и под электричеством, то есть... Ага, я не зря сюда шел, друзья, смотрите. Я получил кубик жизни. Ну, мы уже поняли, да, что дают нам эти кубики жизни. 4 штуки собираем, у нас получается дополнительный кубик жизни. А в одном кубике это 4 касания. То есть очень выгодно. Но вначале нужно это все найти. И сколько максимальное количество, я тоже пока не знаю. Ну, в данный момент у нас 3 кубика, и это очень хорошо. Так, ну что же, давай. Ох ты, тут уже серьезная базенка. Так, танк опять. Ага, можно вот так вот пригнуться, и снаряды будут проходить мимо. Это хорошо, кстати. Надо просто найти точку определенную, да? Где они тебя не задевают, и все. Так что с танками мы с вами разобрались. Ничего в них сложного нету. Сохранялочка, как раз то, что мне нужно. Замечательно. Кстати, мы когда сохраняемся, у нас восстанавливается все здоровье. Вот что я заметил. Так, гусеница, да, значит, мы можем... Да ее просто... Ну почему так происходит все время, а? А нам только в этом направлении идти. Ха. Выбора нету особого, да? Так, подожди. Так, тут надо аккуратненько, тут шипы. Давай-ка. Знаешь, мне вот сейчас вот мы играем, напоминает игру Рэмбо на Sony PlayStation, по-моему, да? Ой, на Sony PlayStation, на Sega была в свое время. Там вот тоже бегаешь таким же чувачком по базе. Так, давай-ка уничтожим. Ох ты, а это что такое? Друзья мои, смотрите-ка, новый вид солдат здесь. Я его пробить не могу, понятно, он прикрывается щитом. А как быть? Он не раскрывается, ты прикинь? Так, и перепрыгнуть я через него тоже не могу, да? Он меня задевает. Очень интересно. Ой-ой-ой, что-то я тут, бедные шпаньки, расстроился и начал уже фейлиться. Так, хорошо, давай пойдем сюда посмотрим. Так, опять турелечка стоит. Сейчас я уничтожу ее. У них патроны летят очень низко, поэтому, друзья, приходится перепрыгивать. В наклоночку здесь не прокатит. Все равно они тебя будут задевать. Куда-то идем с вами. Ну, военная база. Мне кажется, здесь будет босс какой-нибудь. Ну, должен быть, по идее. Военная база все-таки. Какой-нибудь командир злой или еще что-нибудь в этом роде. Так, что у нас тут? Я смотрю... Ага. Аптечку подобрал. Можно спуститься вниз, можно подняться наверх. Так, опять этот чувак со щитом. Блин, я думал, сейчас я ему в спину заряжу, но не тут-то было. Так, конечно, прыгать через него это не вариант абсолютно, ребят. Давай посмотрим, что у нас тут. Ого, смотри-ка. Какая-то лаборатория, что ли. Видишь, где они делают этих мутантов? Так, я так понимаю, это сохраночка у нас или что? Батарею подобрал. Нет, друзья, это не сохраночка, а похоже, да? Капсула для сохранения. Слушай, мы взяли с вами батарею, она для чего-то нам нужна будет. А, ты смотри-ка, он все-таки раскрывается. Так, подожди-ка. Понял. Короче, когда ты не стреляешь, он раскрывается. Когда ты в него бомбишь, он прикрывается щитом. Вот в чем его фишка. Так, ну что, теперь нам остается только лишь добраться доверху, да? И там уже посмотреть, что дальше нас подстерегает. Ё-моё, рано слишком прыгнул. Ну давай, давай, тележка, где ты там застряла, вот. Вези меня наверх. Так, опять чувак с бензопилой. Ну, он ватный на самом деле, ничего в нем такого. Так, а вот этот вот ходорик напрягает. Ну, раскроешься? Понял. Короче, прекращаем стрелять, он раскрывается. В этот момент мы в него залп огня даем, и он разваливается. Как трухлять. Так, а вот здесь вот немножко напрягает, потому что тут турелька, нам сейчас надо будет как-то
Ага, все отлично получилось. А, вот куда нам нужен был ключик этот. И что же тут? Так, я вижу мину. Надо быть аккуратней. Аккуратненько. Ключик мы с вами истратили. Я, честно говоря, думал, что мы куда-то попадем в секретную локацию, но, по-моему, ничего страшного здесь нету. Ох, ё-моё, опять прыгать. Ладно, нам не привыкать. Друзья, аркада есть аркада. Без прыжков, ну, сами понимаете. Это уже не аркада. Так, упс, допрыгнул, слава богу. Так, ну здесь, наверное, быстренько. Ага, быстренько. Нас уже тут друзья поджидают. Так, тут перекатываемся, да? Отлично. Голдишку забираем. Уйди отсюда, чтоб духу твоего здесь не было. Так, никакой секретки здесь нету. Зашибись, тут у нас и турельки, и бомбочки. Давай-ка мы с тобой... Тихо, 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 Рэй, аккуратней. Блин, а я не могу понять, почему я не могу туда запрыгнуть? Да что ты делаешь-то, ё-моё? Да... Ой, дурила деревянная, а. Ну что, за... Вот, наконец-то, ради монетки, господи, чего только не сделаешь. Так, давай этого накроем. Так, а здесь тупик. Ё-моё. Жаль. Так, опять тут охламон этот стоит. Стоял, точнее. И опять тележки, ёлки-палки. Да сколько же вас тут будет, а? Меня удивляет, да, что внизу шипы. Да еще под электричеством. Чтобы уж наверняка, да, чтоб ты упал, тебе закоротило. И после этого тебя еще и шипами накрыло. Видал? Вот это профи сейчас было. Под адреналинчиком, ребята, я тут. Под адреналинчиком всех бомблю. Так, монетки заберем, конечно же. Я не собираюсь это дарить. Так, ага. У нас и туда можно сходить. Ладушки, давай посмотрим, что у нас тут. Опять летающая минка. Проехали мы ее. Так, архаровец. И вниз. То есть это типа... Понятно. Сюда мы шли ради сундука. Ну что же, оно того стоило, друзья. Я вам сразу скажу. Голда здесь лишней уж точно никогда не будет, поэтому... Не обессудьте. Так, ну, тогда получается у нас одно направление, да? Это именно в левую сторону идти. Так, тут главное не напороться. Все отлично. Пойдем с вами в левую сторону, потому что там у нас еще неразведана территория. Обожаю, обожаю, когда они тут так лопаются. О, тут на одном дыхании, ребята, делается все. Хоп-хоп, хоп-хоп. Да, еще старый попрыгун. Так, вот здесь вот главное не вляпаться. А, вляпался. Ну что ты бегаешь с бензопилой? А тебя толку здесь вообще ноль. Так, внизу опять этот... Страж, да? Ну, слава богу, мы разобрались, как его валить. Так что ничего сложного в нем нету. О, капсула сохранения. Вот это уже другой разговор. И здоровье, как говорится, восстановили и сохранились. Фух. Блин, эта база, мне кажется, уже какая-то бесконечная просто-напросто. И, кстати, не так уж и много территорий, которую нам осталось с вами разведать. Да ёлки-палки, ну что ты? Ради коробочки, ёлки-палки, с монеткой. Так, смотрите-ка, ворота. О-оу, это что такое? Вау. Так это ты тот самый вредитель, который громит мою базу? Приготовься ко встрече с безграничной мощью моего дредноута. Воу-воу-воу-воу. Погоди, друзья, погоди. А как? Какая? Ох, ё-моё. Так, я понял, надо бомбить именно в него. Твою ж налево, какая тактика? Слушай, да я запарюсь тут прыгать. Слушай, у меня очень мало здоровья. Ага, я понял. Так, он, значит, едет все-таки не до конца. Ты смотри-ка. И внизу у него пушка, и наверху. Так, тихо. Слушай, ребят, по-моему, разобрался, да? Короче, смотри, когда он так машет рукой, он начинает ехать танком. Ой. Что-то я немножко лопухнулся. Короче, вниз нам тоже невыгодно спрыгнуть, потому что внизу у него пулемет. Да елки-палки. Короче, давай-ка мы с вами используем аптечку, потому что
очень мало здоровья, и я не хочу рисковать. 12 ОЗ восстанавливает. Практически все здоровье, ребят, мы с вами восстановили. Так, вот таким вот макаром я, наверное, буду его бомбить. Это самая выгодная позиция. Смотри, он и пулеметом не достает, да, до меня. И вот под эти снаряды мы не попадаем. Тут только вот надо будет отскакивать вовремя, чтобы он тебя не раздавил. В принципе, ничего страшного в нем нету. Генерал Армстронг. Так, продолжаем. Тихо, не надо. Ну, у них здесь, не забывайте, ребята, есть первая позиция и вторая позиция. То есть они, когда у них, по-моему, там мало здоровья становится, они начинают впадать в ярость и непредсказуемыми быть. Видишь, только стоило мне на землю спуститься, он начинает доставать свой пулемет. Тихо, тихо, тихо. Так, давай нахлобучивать. Ага, не тут-то было, родной. Тут надо за руку... Ох, ё-моё. За рукой смотреть, что он делает. Видишь, когда он так машет, типа, вперед, вперед, он едет. Когда он просто руку поднимает, видишь, он начинает стрелять из пушки. Я вроде на землю не вставал, но он почему-то врубил свой пулемет. Ладно, это его дело. Я вижу одно, что у него здоровья стало совсем мало, друзья мои. И я думаю, что сейчас буквально ему придет кирдык. Давай, 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 давай. Буянит мне тут. Со всех орудий шмаляет. Так, ребят, последний залп. Готов огурец. Фу, что он мне даст? Ключик какой-нибудь? Ага, смотри-ка, что-то подкинул мне. Что это такое? И, оу, друзья мои, смотрите, кто у нас тут висит. Это же сам медведь. Да-да-да, это первый наш персонаж. Так, что это такое у вас? Я его спас. Так, герой спасен, медведь. Пользуйтесь силой медведя, чтобы двигать тяжелые предметы. Отлично, ребятулечки. Наконец-то я спас одного своего кореша. То есть остается еще одного спасти. Я не знаю, где он, на этой базе или нет. Но, тем не менее, мы теперь сможем с вами двигать тяжелые предметы. А может быть, даже и пробивать. Не знаю, надо смотреть, что он умеет делать. Так, ну однозначно вот это он сможет сдвинуть. Шикарно. А мы с вами, помните, да, бегали в прошлых миссиях по карте. Там были такие места, где нам нужно было именно сдвигать предметы. Так, ну что, давай-ка посмотрим. Ах ты! Задел маленько. Пойдем-ка с вами вниз прогуляемся, потому что... Да что ж ты будешь делать? Внизу там у нас не открытая карта. Не открытая у нас там карта. Так, разорвал кедрение фенчочка. Так, нам нужно... Ниже, ниже и ниже, да, получается? Ой-ой-ой-ой-ой. Даже надо было такую дурку сейчас включить. Прыгнуть. Так, а вот здесь, ребят, я сундук этот, к сожалению, пока так и не могу тронуть. Потому что здесь нужно иметь двойной прыжок. Ой, какой же ты слабый, медведь. Мой бы разведчик уже давным-давно бы снес этот танк. Ну, естественно, у него никакой прокачки нету. То есть ты понимаешь, да, о чем я? У нас тут и дальность стрельбы прокачана, да, и прокачана урон от оружия. Вот, будем им играть пока. Так, еще ниже, да, нам нужно? Нам нужно еще ниже. Так, тихо, жучару подбили. Аккуратненько, не попал. Попал. Так, тут, да ё-моё, ну... Рэй, нафиг ты так делаешь? Да, туда нам не пройти. Кстати, а как вот эти вот ворота поднять? Хм, интересный вопрос. Я, например, хочу туда пройти. Вот спешка моя вечная, вот эта вот, ребят, меня всегда подводит. Ага, ну-ка, медведь. Я думаю, что... Так, погоди-ка. Ну ведь, по-моему, он же у нас бомбит. Хм. Да, друзья... Что-то он как-то... Или я чего-то не догоняю, или он просто слабый пока. Его нужно прокачивать. Ну, по идее, он занимается именно этими стенами. Так ведь? По идее, да. Хорошо, ладно. Пойдем посмотрим, что у нас там дальше. По прогнозу дня. То есть идем чисто в левую сторону. Доходим с вами до неизведанной территории. Там дальше будем смотреть, что... Ай, опять эти тележки. Совсем немножко осталось. Совсем чуть-чуть.
Так, пригнемся. Я думаю, спрыгивать здесь не стоит, надо потихоньку спускаться. Ага, видишь, шипы здесь. Пригнулись. Нахлобучили. Так, ой. Твою ж налево. Да что ты будешь делать, Рэй? Ну, у тебя смотри, сколько здоровья уже. Так, все, теперь идем чисто до упора. Чисто, ребята, до упора идем с вами и там уже упремся. Так, подожди-ка. А, не успел. Так, ну вот, смотри. Блин, медведь, ты вообще ничего не умеешь делать, что ли? Как же тогда нам пробивать вот эти стены, друзья? Я не знаю. Там не может пробить, и здесь не может. Блин, это что мне, надо возвращаться на базу, получается? Хм. Очень интересно. Блин, да сколько мне идти туда наверх? Ёлки-палки, друзья мои. Это очень долго. Так. Ну, это все. Все для нас ерунда. Так, иди сюда, олух. Нервируешь меня. Так, ребят, подождите. А у нас же есть с вами штучка такая, которая может нас телепортировать, верно? Я ведь покупал ее. Ну-ка, давай посмотрим. Так, где у нас она в снаряжении? Вот, аварийный маяк. Давай использовать. И делов-то на копейку, господи. И не надо бегать там вокруг да около. Все, мы уже с вами. Давай-ка попробуем с этой бабушкой поговорить. Помните, она говорила про медведя. Так, а если я переключусь на него? Бабуль, ну, вот он я, медведь. Она все то же самое говорит. Ничего не меняется абсолютно. Так, давай-ка посмотрим, что у этого паренька есть. Да, мне нужны пушки. Что ты можешь мне предложить? Так. Дальность гранатомета. Я думаю, наверное, возьмем усилитель. А на дальность не хватает, к сожалению, друзья мои. Так, ну, по-моему, у тебя... Угу. Не хватает нам, ребята, кубиков. Жаль. Так, куда-то подбросить? Да, подбрось-ка меня, пожалуйста, в базальтовую шахту, да? Ну что, друзья, вот мы с вами и в шахте. Я не знаю, что мы здесь с вами можем сделать. Ага, камень этот мы сдвинем. И это уже хорошо. Так, опять у нас всякие шахты. Ага, сохранялочка. Ну что ж, друзья, я думаю, что на этой ноте мы с вами, наверное, закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей и продолжим играть в эту игру. Ну а с вами был Рэй. Всем удачи и до скорого.